Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для летней женской кофточки. Узор простой, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 20 петель на 7 рядов. Для примера я набрала 46 воздушных петель. Держим петельку, набираем 3 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с накидом. Заходим в четвертую петлю и провязываем ряд столбиками с накидом в каждую петлю. Провязав до конца ряда, я связала фундаментальный ряд. Начало первого ряда. 2 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем. Заходим во второй. Вяжем столбик с накидом. И в третий столбик. Провязали. И теперь нам нужно связать ряд 1 воздушная, пропускаем 1 столбик, заходим во второй столбик с накидом, 1 воздушная, пропускаем 1 столбик внизу, заходим во второй и провязываем столбик с накидом. И так чередуем до конца ряда. Воздушная, пропускаем столбик, заходим во второй столбик с накидом, воздушная, пропускаем столбик внизу, заходим во второй столбик с накидом, воздушная, пропускаем столбик в предыдущем ряду, заходим во второй, провязываем столбик с накидом. И так до конца ряда. Теперь нам нужно провязать 19 столбиков с накидом. Одну воздушную мы набрали. Заходим в столбик с накидом и начинаем считать 1, 2 в арочку, 3 в столбик, 4 в арочку, 5 в столбик, в арочку 6, в столбик 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Мы с вами провязали 19 столбиков, чередуя столбик в арочку, столбик в арочку. 1 воздушная, заходим в следующий столбик и вяжем 19 столбиков. Столбик в столбик в арочку и считаем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
провязали, 1 воздушная, и в конце ряда мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, и в третий столбик первую петлю подъема. Мы с вами связали второй ряд. Начало четвертого ряда, 2 воздушные петли подъема, переворачиваем работу, заходим во второй столбик, провязываем столбик с накидом, и в третий провязали, 1 воздушная, заходим, где у нас 19 столбиков, и провязываем 6 столбиков с накидом. Заходим в первый, 1, и все время считаем, чтобы не сбиться, 2, 3, 4, 5, 6, провязали, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем 3 столбика внизу, 1, 2, 3, провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли, пропускаем 3 столбика внизу и провязываем 6 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тем самым мы закончили. Мы здесь начали на первый, и на 19 мы закончили элемент. 1 воздушная, заходим во вторую группу из 19 столбиков и провязываем 6 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, провязали, 3 воздушные петли, пропускаем 3 столбика внизу, заходим в четвертый столбик с накидом, 3 воздушные петли, пропускаем 3 столбика внизу, заходим в четвертый, вяжем 6 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, закончили на 19 столбике, 1 воздушная, и в конце ряда мы провязываем 2 столбика, столбик, столбик, 1, 2, и третий столбик первую петлю подъема. Провязали, мы с вами связали третий ряд. Начало четвертого ряда, 2 воздушные петли подъема, переворачиваем работу, вяжем 2 столбика, они у нас будут постоянно по всей длине вязания, это постоянный элемент, 1 воздушная, заходим в группу из 6 столбиков, провязываем 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, провязали, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Далее по вязанию у нас есть арочка, столбик с накидом, арочка. Мы заходим сначала под арочку, провязываем столбик без накида, в столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с накидом и заходим в арочку и провязываем столбик без накида. Мы провязали 3 столбика без накида.
5 воздушных петель. Заходим в группу из 6 столбиков. В четвертый мы провязываем столбик с накидом, в пятый и в шестой. Провязали. 1 воздушная. Заходим в следующий элемент. Следующую группу из 6 столбиков провязываем в первые 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Провязали. 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Заходим в арочку, провязываем столбик без накида. Столбик с накидом провязываем столбик без накида и в арочку. Столбик без накида. 5 воздушных петель. Пропускаем 3 столбика. Заходим в четвертый. Провязываем столбик с накидом. В пятый. И в шестой. Провязали. 1 воздушная, и в конце ряда 2 столбика с накидом, столбик предыдущего ряда и третий столбик в первую петлю подъема. Мы с вами связали 4 ряд. Начало 5 ряда, 2 воздушные петли. Я думала, что здесь 3 петли, 2 воздушные петли, которые нам заменяют столбик с накидом. Вяжем постоянный элемент 2 столбика с накидом, столбик предыдущего ряда. Провязали. 1 воздушная. Заходим в 3 столбика предыдущего ряда и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Провязали. 6 воздушных петель. 4, 5, 6. В предыдущем ряду мы вязали 3 столбика без накида. Мы заходим в эти столбики и провязываем 3 столбика без накида. 2, 3. Провязали. 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Заходим в 3 столбика предыдущего ряда и провязываем 3 столбика с накидом. Столбик. 2, 3. Провязали. 1 воздушная. Заходим в следующие 3 столбика и провязываем 3 столбика с накидом. Столбик предыдущего ряда. Провязали. 6 воздушных петель. Теперь мы повторяем. 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Заходим в 3 столбика без накида предыдущего ряда и провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали. 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Заходим в 3 столбика предыдущего ряда и провязываем 3 столбика с накидом, столбик. 2, 3. Провязали. 1 воздушная. В конце ряда 2 столбика с накидом. Это у нас постоянный элемент. И третий столбик в первую петлю подъема. Мы с вами связали 5 ряд. Начало 6 ряда, 2 воздушные петли подъема, переворачиваем работу, вяжем 2 столбика, столбик предыдущего ряда, 1, 2. Провязали. 1 воздушная. Теперь мы провязываем 3 столбика. Столбик. 1, 2,
3. А следующие 3 столбика мы вяжем в арочку. Заходим в арочку и провязываем 1, сюда же 2, 3. Мы провязали 3 столбика с накидом в арочку, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Заходим, где у нас были 3 столбика без накида, во второй и провязываем во второй столбик, столбик с накидом. 3 воздушные петли. Заходим в арочку, провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Провязали. Теперь мы заходим в 3 столбика предыдущего ряда и провязываем 3 столбика с накидом. Столбик, столбик. 1, 2, 3. Провязали. Одна воздушная. И теперь то же самое делаем со вторым паучком. Мы заходим, вяжем столбик, столбик, 3 столбика с накидом. 2, 3. Заходим в арочку, провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И мы помним, что у нас были 3 воздушные петли. Заходим во второй столбик без накида предыдущего ряда, провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли. Заходим под арочку, провязываем 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. Провязали. Заходим в 3 столбика предыдущего ряда, провязываем 3 столбика с накидом, 2, 3. Провязали. Одна воздушная. И в конце ряда у нас постоянные элементы. 2 столбика с накидом. И 3 столбик в первую петлю подъема. Мы с вами связали 1, 2, 3, 4, 5, 6 ряд. Начало 7 ряда, 2 воздушные петли подъема, переворачиваем работу и вяжем такой же второй ряд. Мы заходим в постоянный элемент, вяжем 2 столбика с накидом, провязали, 1 воздушная. Теперь нам вот на этом элементе надо связать 19 столбиков с накидом. Мы сначала вяжем 6 столбиков с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В арочку мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В столбик с накидом мы провязываем 1 столбик. В арочку 3. 1, 2, 3. Провязали. Далее мы вяжем 6 столбиков, столбик, столбик, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Одна воздушная, то же самое мы делаем со вторым элементом. 6 столбиков с накидом, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим в арочку, провязываем 3 столбика, 1, 2, 3.
столбик мы провязываем столбик с накидом и в арочку 3 столбика. 1, 2, 3. Провязали, заходим, провязываем 6 столбиков с накидом, столбик предыдущего ряда. 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. 1 воздушная, и в конце ряда у нас постоянные элементы, 2 столбика с накидом и 3 столбик в первую петлю подъема. Мы с вами связали 7 ряд. Начало 8 ряда, 2 воздушные петли подъема, переворачиваем работу, первые 2 столбика провязываем. И начинаем вязать первый ряд. 1 воздушная, пропускаем 1 воздушная, заходим в столбик и провязываем столбик с накидом. Воздушная, пропускаем столбик, заходим в следующий. Столбик с накидом, воздушная, пропускаем столбик, заходим в следующий. Столбик с накидом, воздушная, пропускаем столбик, столбик с накидом, воздушная, пропускаем столбик, столбик с накидом, воздушная, пропускаем столбик, столбик с накидом. В конце ряда мы вяжем постоянные элементы, 2 столбика с накидом. И в первую петлю подъема столбик с накидом. 2 воздушные петли, переворачиваем работу и вяжем второй ряд по схеме. Спасибо, что были со мной до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Модельку, которую можно связать этим узором, я оставлю в конце видео. А всем пока-пока!